Добрый день, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале. Меня зовут Марина, и сегодня мы с вами поговорим про мои топ-продуктов из текущего 15-го каталога. Что бы я порекомендовала приобрести, на чем сделать акцент и почему, расскажу, почему я выбрала эти продукты. А вы, пожалуйста, поделитесь в комментариях, почему вы выбрали какие-то определенные продукты, на что бы вы рекомендовали сделать акцент. Что вам понравилось, что вас заинтересовало в этом каталоге. Вообще, на самом деле, конечно, здесь много интересных предложений, которые я приобрела и приобрету еще, но я выделила основные, прям самые яркие и незапоминающиеся, на мой взгляд и вкус. Ну, конечно же, я не смогла пройти мимо новинки текущего каталога новой парфюмерной воды Divine Exclusive. На самом деле, потрясающая парфюмерная вода, начиная от дизайна флакона, который вдохновлен платьями от кутюр, инкрустирован сияющими кристаллами Сваровски, здесь в сердце нота, аккорд сияния звезд, пышная нота пиона и жасмин, который раскрывается и оставляет такой после себя послевкусие, и аромат шлейф от вас еще тянется на 5 метров, и вы в центре внимания, это однозначно, правда, очень яркий аромат, красивый, и при покупке этого аромата крем для тела также с этим ароматом Divine Exclusive идет в подарок. О чем еще я бы хотела с вами поговорить, на чем сделать акцент, это вот такое, я считаю, классное предложение, когда можно собрать свой набор. У нас периодически бывают такие предложения, когда можно собрать свой набор за определенную стоимость. Это дешевле намного, чем покупать каждый продукт по отдельности, даже когда они идут со скидками. Например, первый набор – это глаза и губы. То есть вы можете приобрести одну из представленных помад и, например, что-то одно из помад и какое-то средство для глаз. Это либо тушь у нас Wonderlash 5 в одном, либо подводка для глаз, которые идут на следующих страницах данного каталога. И либо вы можете взять набор «Все включено». Здесь будет набор для губ, один продукт для губ, один продукт для глаз и один продукт для лица. Это либо консилер, адаптивный консилер, новинка этого каталога, The One Everlasting Sync, либо румяна, либо тональная основа Everlasting Sync, потрясающая тональная основа, которая и защищает кожу, и делает ее немножечко такой матовой, бархатистой. Она не растекается, не скатывается, ровно ложится, увлажняет кожу, придает такое легкое подсвечивание. Потрясающая тональная основа, мне она очень нравится, я, видите, пользуюсь очень-очень активно. Либо пудра The One. То есть вы выбираете свой продукт, который вам подходит, либо первый набор за 499 рублей по цене каталога, либо второй набор, все включено, за 699 по цене каталога. Немножко расскажу про продукты для губ, которые представлены. Это может быть жидкая матовая помада. Вот такая помада The One Lip Sensation. Неправильно выговорила. Вот с такой вот кисточкой, щеточкой, губкой. Смотрите, какая удобная форма. То есть она не требует карандаша, потому что повторяет изгиб губ и четко очерчивает контур губ, мягко ложась. Очень насыщенный пигмент. Сначала, когда мы наносим, она у нас глянцевая, затем превращается в матовую. Она подсыхает, я наношу, она такая блестящая, глянец. Затем она становится на губах матовой. Здесь, конечно, на любителей именно матовых помад, потому что матовые помады требуют особого подхода. Матовые помады нужно ухаживать за губами, губы надо подготовить, потому что все-таки матовые помады, они немножечко подсушивают губы. И вторая помада, это помада с эффектом сияния, вот эта помада. The One Poreless Shine HD. Это обновленная версия, была у нас уже такая, вот эту обновили. Нечто среднее, знаете, между помады и блеском, легкая помада, такой оттенок, и смотрите, видите, она вот так вот подсвечивается, переливается, и у нее очень вкусный аромат. Вот у предыдущей версии тоже был вкусный, потрясающий аромат, и у этой вкусно пахнет, аромат потрясающий.
скользящая текстура хорошо ложится. То есть какое-то из этих средств для губ вы можете выбрать. Ну и для глаз это либо угольно-черная подводка для глаз, либо наша легендарная тушь The One 5 в 1, многофункциональная тушь, либо водостойкая, либо обычная, классическая щеточка, вот такая вот, многими любимыми, которая и разделяет, и удлиняет реснички, ухаживает за ними, делает изгиб, реснички, взгляд становится более распахнутым. Можно наслаивать стойкость, разделяет, она не склеивается, не осыпается, то есть уникальная, это любимая, я думаю, что многими, ну если не всеми, да, ну наверное многими, вот эта вот тушь, которая, ну, без промаха может приобрести любая девушка, и она ей понравится однозначно. Если другими тушами нужно все-таки щеточкой приспособиться, нравится, не нравится, то эта тушь, она универсальная, мне кажется, подходит абсолютно всем. Ну и тональная основа Everlasting Sing, здесь две, либо классический финиш, да, либо матовый финиш. У меня именно матовый финиш, 12 часов стойкости, бархатистый такой, на лице бархатистый остается подтон, она хорошо маскирует несовершенство, легко растушевывается, никуда не скатывается, никуда не затекается. Классная на самом деле, поэтому однозначно рекомендую. Ну и новинка этого каталога – это адаптивный консилер, который с уникальной технологией есть, который подстраивается, адаптируется под окружающую среду. Что это значит? Что когда вокруг нас воздух влажный, она технология вытягивает влагу из воздуха и, соответственно, не дает пересыхать, увлажняет нашу зону вокруг глаз. Когда вокруг нас воздух сухой, эта технология, наоборот, удерживает влагу в клетках кожи, не давая ей испаряться, чтобы удержать и не дать пересохнуть этой коже вокруг глаз, чтобы не подчеркивались морщинки, шелушения. Потому что, ну, данная кожа, да, у нас кожа здесь чувствительная, здесь нет сальных желез, соответственно, она сама себя не подпитывает и не увлажняет, и очень важно подпитывать и увлажнять изнутри и извне в том числе. Обратите внимание на это предложение, где можно собрать свой набор. И также немного из макияжа, еще один топ продуктов этого каталога, это новинка одного из предыдущих каталогов, вот эта глянцевая помада. Не могла просто мимо нее пройти на самом деле. Глянцевая помада Кушон, которая у нас не так давно вышла, она сейчас у меня на губах. Очень удобный кушон, да, или кушен, как правильно называть, кушен, ударение на букву У, выкручивается, и мы можем наносить помаду. Очень стойкий, очень яркие пигменты, стойкая помада, то есть когда у нас даже вот этот вот верхний блеск уходит, остается помада на губах остается, да, можем, блеск может уйти, мы можем попить, покушать, но помада остается. У нее тонкий, приятный аромат, очень яркие, красивые пигменты. Ну и что мне нравится, она блестит, но у нее нет вот этой липкости блеска. Да. Блеск, когда мы наносим, все-таки он липкий, и волос прилипает, и вот это вот, когда губами делаешь, чувствуется липкость блеска. Вот этой липкости у этой помады нет, но она блестит, хорошо выделяет губы. Губы просто не могут остаться незамеченными окружающими в том числе. И она приятно комфортная на губах. Вот она у меня сейчас на губах, я ее не ощущаю абсолютно. Но когда я на себя смотрю, я себя вижу и вижу свои губы, что тоже очень классно на самом деле. Красивые цвета. Я думаю, что вы подберете себе тот оттенок, который подходит именно вам. Так, идем с вами дальше. И что же еще? Ну, конечно же, макияж макияжем, декоративная косметика хороша, но без ухода никуда, согласитесь. И в этом каталоге потрясающее предложение на линейку Procuticals. Если мы приобретаем любой продукт из каталога, продукт Novage, то сыворотка-концентрат с ретинолом и пилинг с АХА-кислотами у нас идут с глубокими-глубокими скидками. Вот у меня есть, это сыворотка 6% АХА-кислотами, альфа-гидроксикислоты и ретинол. Сыворотка с ретинолом. На самом деле, вот кто знает, что такое салонный уход, не смогут пройти мимо вот этого предложения, потому что, смотрите, сейчас такая ситуация, когда
все закрывать, салоны закрываются. Это эффективный уход за кожей лица своими руками в домашних условиях. Концентрация ретинола 1,1%. Это один из самых сильных, самых мощных антивозрастных активов, которые вообще существуют, выравнивает кожу, борется с морщинами, с мелкими, с глубокими. Удобный формат. К ретинолу нужно, конечно же, привыкать. Посмотрите на канале, у меня есть видео, как привыкать к ретинолу. Его нельзя вводить сразу, резко, каждый день. Если вы никогда не пользовались ретинолом и сильными активами, нужно вводить постепенно, потому что это на самом деле очень сильный актив, очень высокой концентрации. Вот такой удобный формат, пипетка, мы набираем и наносим на сухую чистую кожу лица, посмотрите на канале видео. И альфа-гидроксикислоты, это пилинг, он эффективный, он и выравнивает тон кожи, борется с пигментными пятнами, делает кожу более сияющей, более ровной. Да, потому что пилинг у нас все-таки идет обновление клеток, потому что каждый день у нас на поверхности кожи появляются мертвые клетки. И если их не убирать, они панцирем вот таким вот склеенным у нас на поверхности кожи. Кожа становится более тусклой, более серой. Потом мы наносим крем, он скатывается. Тональную основу она скатывается. Что такое? А это просто не дают вот эти вот, мы их не видим, эти чешуечки, а они есть, их нужно убирать. Скраб это уже на самом деле... Ну, все косметологи тоже говорят, что это уже прошлый век, это грубо. Это если только у вас толстая, плотная, жирная кожа, молодая, возможно, да. Но пилинги – это самое эффективное и мягкое отшелушивание кожи, работа с поверхностью кожи. Салонные пилинги хороши, но они не всем подходят, и глубокие пилинги тоже не всем подходят. Здесь не возникают. Не снимается кожа, не облазит, но мягко идет отшелушивание. Обратите внимание на это предложение. Кстати, на канале тоже есть видео про пилинг от Procuticals. Также в дополнение к уходу мои новинки представлены вот здесь. Смотрите, это наш умный гель. Гель-тоник для лица Novage. Гидрофильное масло. Не обходится теперь мое вечернее очищение. Я полюбила больше, чем мицеллярную воду. Вы знаете, вечером заходишь в ванну, и уже хочется спать, уже нет сил снимать макияж. Берешь гидрофильное масло, все, сразу, полностью с лица, с глаз, с губ, с кожи, отовсюду снимается чистая, ровная, гладкая кожа. Больше ничего не надо, не нужно стоять, снимать, делать еще дополнительные какие-то телодвижения. Вот, мягко, эффективно, не растягивая кожу. Кожа дышит, кожа чистая, классно. И, конечно же, сейчас это особенно актуально, когда включили отопление, дополнительное увлажнение. Многие говорят, что кожа сохнет. Крем, который приобретала и который был у меня раньше, не дает этого увлажнения. Чувствую, что сухая кожа. Сейчас важно добавлять дополнительные средства в свой уход. И как раз-таки наша эссенция, она прекрасна. Как в дополнение к нашему многоступенчатому, нашему основному уходу, да, когда у нас идет очищение, тонизирование, затем мы перед сывороткой мы добавляем эссенцию, которая дает коже дополнительное увлажнение, плюс здесь есть пребиотик морской, который делает кожу более здоровой. Отличная эссенция, она по консистенции более густая, чем тоник, она как тонер густая, ее наношу, я наношу не через ватный диск, чтобы он не поглощал эссенцию, не крал у меня, прям руками наношу, хорошо растягиваю везде и даю ей впитаться, затем уже наношу, соответственно, крем для кожи вокруг глаз, сыворотку и дневной либо ночной крем, в зависимости от времени суток, да, утро это или вечер. И красота снаружи не была бы такой красотой, если бы мы не заботились о себе изнутри. И в этом каталоге два потрясающих предложения. Это на наш астаксантин экстракт черники и на пребиотический напиток с пищевыми волокнами. Вот он. Две эти баночки я вам сейчас покажу. Вот он, астаксантин экстракт черники. Астаксантин самый мощный антиоксидант, мощнее, чем витамин С в 6000 раз. Одна капсула астаксантина борется с свободными радикалами, укрепляет наш организм, делает наш организм сильнее, иммунитет сильнее, повышает иммунный ответ, и это и красота, да, это здоровье, и красота нашей кожи, соответственно. Ну, а пребиотический напиток – это здоровый кишечник. Мы знаем, что
иммунитет у нас живет в кишечнике. Каждый день мы не съедаем, ну не знаю, может быть вы съедаете, но большинство людей во всем мире, это доказано, не съедают достаточное количество овощей. Именно овощей, не фруктов и ягод, банан и яблок, да, а именно овощей, которые богаты пищевыми волокнами для того, чтобы правильно работал наш кишечник. Так вот, это добавка, это не замена овощам, заметьте. Это именно добавка, у меня эта баночка уже заканчивается, я получу новую, вот такой вот порошочек, чайная ложка на стакан воды, 4 грамма пищевых волокон здесь содержится, соответственно, прекрасное дополнение. Смотрите, норма пищевых волокон, установленная в ВОЗ, равна примерно 30 грамм в сутки. Такое количество содержится примерно в 1 килограмме тыкви или брокколи, или в 0,5 килограмма ежевики и грецких орехов. Съедаем мы столько, вот каждый день, не иногда, да, периодически там, а каждый день съедаете столько? Если да, то вы большой молодец. Если же нет, то добавляйте дополнительно себе что-то, чтобы работал кишечник как часы, чтобы иммунитет был здоров, потому что здесь содержится именно источник пребиотических волокон для того, чтобы у нас росло количество полезных бактерий в кишечнике. И да-да, еще вкусняшка, конечно же, это новинка в линейке Essence & Co. Здесь у нас идет мыло кусковое, лосьон для рук и тела и жидкое мыло для рук и тела с шафраном и пачули. Вот такой красивый, страстный аромат. У нас все такое в этом каталоге красное, страстное и яркое. Ну, холодное время года наступило, и нам хочется чего-то яркого, чего-то красивого, чего-то энергичного. Люблю эту линейку, почему остановилась на ней и говорю, что это топ продуктов, потому что это как домой можно себе приобрести, можно в подарок. Посмотрите, какой красивый дизайн. Это красиво подарить, упаковать в подарочный пакет, можно просто лосьон, можно мыло, можно набором. Это будет красиво смотреться на любой раковине, в ванной. Здесь содержатся натуральные эфирные масла. Одной капельки достаточно, чтобы хорошо помыть руки, чтобы остался надолго аромат. Дерматологически протестировано. А на коже нежный ароматный шлейф, натуральные эфирные масла, питает, увлажняет кожу и полностью биоразлагаемая формула. Про шафран, это одна из самых дорогих пряностей на планете, его высоко ценят за феноменально богатый состав, антиоксидантные эффекты, способность восстанавливать кожу. Ну а пачули это драгоценное ароматическое растение. Эфирное масло пачули способствует очищению кожи, восстановлению ее мягкости и упругости. Поэтому я выделила это как в топ-продукты, тем более, что это очень дорогая линейка. Вы видите, что здесь и дизайн, и содержимое, натуральные эфирные масла, они не могут стоить дешево, в этой каталоге идут с хорошими скидками. Затем, также новинка текущего каталога, это у нас для наших ножек, для наших пяточек, новый крем для ног с черешней и миндальным маслом. Я еще не получила, заказала себе такой крем для ног, потому что люблю вот именно такие ароматные новинки, тоже видите, да, какой красный, малиновый, яркий, даже бордовый дизайн, и пилочка тоже в этом же дизайне, заказала, получу, потом расскажу, когда буду делать распаковку. Ну и на последней странице у нас также новинка этого каталога, это вот такой набор клюквенное блаженство, можно купить продукты по отдельности, а можно взять набором, конечно же, выгоднее. Это вот такой крем для тела, крем-гель для душа и крем для лица и тела в баночке. Почему именно крем для душа? Я себе заказала набор, у меня есть на обзоре отдельно крем для душа, но я взяла себе еще набор, потому что сейчас такая погода, когда сохнет кожа, плюс у меня плохая вода из-под крана, у меня сохнет кожа, поэтому я предпочитаю именно не просто гель для душа, а именно крем для душа, который увлажняет, питает кожу и не требует такого большого количества крема, нанесения крема после принятия душа или ванны. Кожа не так сохнет, здесь очень мягкая формула и приятный аромат, поэтому я заказала себе вот такой вот наборчик. Смотрите, придет набор, вот в наборе. Если по отдельности брать, то здесь будет больше 400 рублей, в наборе 299 рублей по цене каталога, имбирь, натуральный экстракт клюквы, я думаю, крем будет тоже таким мягким,
расскажу. Крем глубоко увлажняет, смягчает, восстанавливает эластичность кожи и создает праздничное настроение. Мне кажется, это будет потрясающий тоже крем. Про крем ничего не могу сказать. Получу, вам расскажу. Приятный тонкий аромат, сладковатый. Имбиря практически здесь не чувствуется, а чувствуется именно клюква. Такая сладкая, с небольшой кислиночкой. Рассказала про свои топ-продуктов текущего каталога, что я себе, видите, что-то у меня есть, что-то я себе заказала, дозаказала, обязательно буду рассказывать, рекомендовать. Расскажите, на что вы обратили внимание в этом каталоге, что вы себе будете приобретать, о чем будете рассказывать, что вам больше всего понравилось. Делитесь, пожалуйста, в комментариях. А я благодарю вас за внимание, отличного вам осеннего, яркого, предпраздничного уже настроения. До скорых встреч, пока-пока!